Есть хорошие слова у арабов. Говорят: «Ас-сахибу юсхабу аля ма хуа алей». Твой друг, твой товарищ тебя тянет на то, на чем он. И если ты себе выбираешь какое-то общество, то со временем ты становишься из них. И выбор общества, выбор друзей, оно на самом деле начало в твоих руках. Старайся дружить и быть с теми, которые доволен ими Всевышний Аллах. А как ты это поймешь? Посмотри на их дела. Как один из больших ученых говорил, что наше сердце, оно подобно кувшину, а наш язык – это что? Это ложка, которая вытаскивает, что в этом кувшине. Наши дела и наши слова иногда подтверждают то, что в нашем сердце. Поэтому Всевышний нам не приказал смотреть то, что в сердце. Мы смотрим на захир, на дела, на внешний мир человека, как он живет, как он показывает. Таким образом, ты можешь себе выбрать, альхамдулилля, друга. А время и жизненные проблемы и трудности покажут, он искренний, правдивый ли тебе друг или нет. Но выбор, начало за тобой.